Сотрудниками управления МВД России по Приморскому краю был организован рейд по контролю над соблюдением миграционного законодательства. В крае проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция «Нелегал». В очередном рейде по выявлению мест компактного проживания нелегальных мигрантов приняли участие оперативные сотрудники, бойцы спецподразделений полиции и представители Федеральной миграционной службы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что на улице Командорская в городе Владивосток незаконно проживают две группы трудовых мигрантов. 13 граждан Вьетнама и 5 граждан Китайской Народной Республики не смогли предоставить сотрудникам полиции документов, подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации. Нарушители миграционного законодательства доставили в отдел полиции, где их дактилоскопировали, проверили по специализированным базам данных и установили личности. Установлено, что граждане Вьетнама были задействованы в сфере строительного бизнеса, а граждане КНР занимались авторемонтом. За незаконное пребывание и уклонение от выезда с территории России, несоответствие заявленной цели въезда на территорию страны и незаконную трудовую деятельность, иностранные граждане привлечены к административной ответственности в виде штрафа с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. В рамках проведения на территории края операции «Нелегал» в текущем году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 1197 нарушений миграционного законодательства. Принято 310 решений об административном выдворении. Возбуждены 13 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации.